У Гомельскім центры инклюзивной культуры отбылся выпускный баль удельниц мини-проекта «Адукация без перешкод». Ён ладился Гомельской областной организацией громадского объединения «Белорусский союз жанчын» и был реализован в рамках великого международного проекта «Вучиться, каб дзейнічаць». Адукация без перешкод – это комплекс мероприемств, накированных на содействие развитию и популяризации неформальной адукации для дорослых людей с обмежеванными махчимостями. Удел в проекте приняли больше, как 20 женщин со слабым слыхом. На протягу 5 месяцев яны научались навыкам цирульницкого мастерства и макияжу. Со старанными и талиновитыми вучаницами працевали опытные майстры. Первыми моделями были родные удельниц. Так само яны отримали практичный опыт у Гомельска. Салонах. Навучанне жанчын праходзіла пры дапамозе сурдаперакладчыкаў. Міні-праект «Адукацыя без перашкод» ажыццяўляўся ўпершыню і выклікаў вялікую цікавасць у жанчын з праблемамі слыху. Для многіх з іх гэта рэальная магчымасць у далейшым рэалізаваць сябе ў цырульніцкай справе, вырашыць пытанні самазанятасці і палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Они настолько, эти женщины были заинтересованы в тех дополнительных знаниях, компетенциях, потому что очень мало, небольшой выбор профессий, которыми они, где они могут трудиться. И для них это возможность расширить границы своего мира. Они настолько благодарны организаторам, тренерам и тем людям, которые были сопричастны активными участниками этого проекта, что для них это возможность вообще изменить мир вокруг себя.